процессе проектирования, реставрации здания старой биржи, то бишь нынешней мэрии, было сделано инструментальное обследование сейсмической устойчивости этого здания, и данные были направлены в НИИСК, а также в экспертизу. Согласно рекомендации экспертизы и НИИСК профильного института по сейсмике, было рекомендовано произвести расчет устойчивости склона, который показал необходимость строительства подпорных стенок, а также дренажной системы, которая уменьшит обводненность грунтов вокруг здания. Пока что сползаний не наблюдается. В 2017 году было проведено инструментальное обследование. Оно было направлено в НИИСК. НИИСК обрабатывал данные из инструментальных наблюдений почти 8 месяцев. После этого выдал нам замечание. Они были направлены в экспертизу, экспертиза подтвердила. Мы провели расчет устойчивости склона, подкорректировали документацию. И вот на сегодняшний день у нас уже есть готовая экспертиза по самой мэрии, а также подготовлена проектная документация по строительству дренажной системы по склону и подпорных стенок.